Мероприятие под названием «Рождественская звезда» прошло в Щелковской центральной библиотеке. Главными героями стали дети с ограниченными возможностями здоровья. А организовала праздник для них Ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья. Эта организация действует в нескольких муниципалитетах Подмосковья и в том числе в нашем городском округе. Цель – помочь маленьким гражданам, имеющим ограничения по здоровью, и их родителям. Активисты организации участвуют в различных мероприятиях, где обсуждаются меры социальной поддержки семей, столкнувшихся с проблемными вопросами обучения и воспитания детей-инвалидов. Но одновременно с этим они стараются всеми возможными способами радовать малышей. В этот раз помогла центральная библиотека. Сотрудники провели для детей викторины и конкурсы и старались сделать все для того, чтобы и ребятам, и их родителям понравилось. Мне очень нравится тут. Особенно понравился этот конкурс. Для детей придумали и совершенно необычные развлечения, например, виртуальное кругосветное путешествие. Не обошлось и без занимательных мастер-классов. Новый год и Рождество – это особое время. Это время сказок, чудес, хорошего настроения и, конечно же, подарков. Трудно найти такого человека, который бы не любил получать подарки. А мы, сотрудники Щелковской центральной библиотеки, любим их дарить. И поэтому сегодня для мам и детей из Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья мы подготовили праздничную программу. И, конечно же, ребят не просто развлекали. Финалом мероприятия стал празднично накрытый стол с тортом и с другими угощениями. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.